Наверное, вы самый обычный электрический разряд. И необычный, потому что записан он от маленькой рыбки, которая названа слоником. Электричество – свойство всего живого. Оно сопровождает возбуждение и торможение нервных, мышечных и железистых клеток. Но остается загадкой, почему особенно совершенно используют электричество именно рыбы. Некоторые из рыб живут в особом электрическом мире. У них есть специальные не только приемники электричества, но и специальные центры по обработке электрической информации. Доктор биологических наук Владимир Рустамович Протасов знакомит нас с миром электрических рыб, показывает, как с помощью современной техники записываются электрические поля, создаваемые рыбами, а затем с помощью магнитофона воспроизводит их звуковой рисунок. Вот сейчас вы слышали электрические разряды, которые издает электрический сом во время поимки своей добычи. Они называются поэтому именно охотничьи импульсы. Свои охотничьи импульсы все электрические рыбы издают в соответствии с величиной жертвы, не видя ее вместе. Это одна из интересных загадок. Рыбка, попавшая в поле действия охотничьих импульсов, как бы слабо наркотизируется, безвольно движется в пасть хищника. В доказательство этому ученые помещают обезглавленную рыбку в электрическое поле между анодом и катодом. И тушка непроизвольно движется к аноду. Сейчас вы слышите вот эти отдельные удары, электрический сом издает во время обороны. Сила этих импульсов особенно велика. В это время некоторые электрические рыбы вообще напоминают плавающие электростанции. Ну, достаточно сказать, что мощность таких разрядов у угря может достигать 0,5 киловатта, а у отдельных видов скатов достигает 6,5 киловатт в импульсе. То есть это очень сильный разряд. Да, попав в поле таких разрядов,
Даже крупные животные получат сильную контузию. То же может случиться и с человеком. А способности сильной электрических рыб, а к таким рыбам относятся электрический уголь, электрические соли, электрические скаты, на расстоянии гипнотизировать и поражать своей добычей было известно еще в древние. Об этом свидетельствует наскальное изображение этих животных как священных. А каковы свойства слабоэлектрических рыб? Слабые импульсы удивительны тем, что с помощью их некоторые виды рыбок знают о присутствии друг друга, они различают пол и ориентируются в пространстве. Вокруг себя создают характерные электрические поля дипольного типа. И объекты, которые попадают в поле этих рыбок, искажают характер распределения силовых линий внутри этого поля. А этот характер искажений улавливается рыбами с помощью специальных электрических приемов. Таким образом, здесь рыбки выступают как своеобразные электрические локаторы. Мы надеемся, что будущие подводные роботы будут снабжены такими своеобразными системами электроэнергии. Что происходит с электрическими полями этих рыбок, когда они в стайке? В частности, форель сейчас. Когда рыбки находятся в стайке, их отдельные электрические слабые поля суммируются. В результате вокруг стайки образуется электрическое поле. Те гипотезы, которые уже существуют, говорят о том, что такие поля, очевидно, помогают стайке совершать сложные маневры, а также участвуют в дальней навигации. Очень интересно своим поведением слабоэлектрическая рыбка-слоник. Если предложить такой рыбке две бусинки на расстоянии 1 метра, различающиеся свойствами электрической проводимости, то рыбка различит. То есть фактически рыба знает о внутренней структуре каждого объекта.